Новую фирменную атрибутику 28-го рождественского полумарафона презентовали на пресс-конференции, посвященной проведению самого холодного забега в мире. Шапка и варежки, выполненные в едином стиле зимнего полумарафона 2019 года, войдут в обязательный пакет для тех, кто зарегистрируется на сайте RunSim до 25 декабря. Сам полумарафон по традиции стартует 7 января на Соборной площади. Директор серии забегов Константин Подбельский провел небольшой ликбез по истории морозного старта. Вообще история как раз вот этого зимнего забега начиналась с того, что его организаторы, инициаторы пытались изменить одну из давних наших привычек или традиций, а именно привычек, так сказать, провостить 31 декабря за новогодним застольем. Именно в таком формате состоялся 28 лет назад самый первый забег, он не был тогда еще рождественским. Он тогда был новогодним и проходил 31 декабря 1991 года. Вот. Но очень быстро стало понятно, что в таком формате, предновогоднего забега, он не станет никогда очень популярным массовым, потому что все-таки наша привычка, наша традиция отмечать Новый год, наверное, все-таки сильнее, да, это и правильно, чем желание в новогоднюю ночь пробежать определенное количество километров. Поэтому организаторы очень быстро переформатировали этот зимний забег именно в рождественский. Замминистра спорта Омской области Антон Скоробогатов отметил большой интерес к беговой культуре в последнее время. За последние 3 года количество людей, увлекающихся бегом в стране, возросло в разы. То есть счет идет на миллионы, это не может не радовать. Люди объединяются в группы, сейчас средств коммуникации хватает для того, чтобы это делать. Они пишут программы, они готовятся, не просто бегают в свое удовольствие, они готовятся к спортивным результатам. Мы знаем, что на наших беговых событиях выступают спортсмены, которые, не претендуя на высокие призовые места, сегодня ставят перед собой задачи выбежать из 3 часов на большом марафоне, поставить результат какой-то 3,5 часа или выше. Организаторы предлагают участникам 3 дистанции – 21 километр 100 метров, 7 километров и самая массовая на 3,5 километра. На сегодняшний день уже более 700 человек зарегистрировались на забег. Среди них около 40 иностранцев. Впервые на старт в Омске выйдут бегуны из Марокко и Ирана. Пробежит марафон и Скотт Крайтон – самый известный зарубежный участник омских забегов и посол СИМ в Европе. Также на дистанцию 3,5 километра выйдет основатель Академии футбола в Омске, экс-игрок сборной Испании Альберт Риера. Благодарю за то, что нас пригласили участвовать в таком красивом и таком знаменитом, теперь уже таком традиционном событии, как вот этот рождественский полумарафон. Выйдут на старты заместитель министра спорта Омской области Антон Скоробогатов, а также замминистра культуры региона Анна Статва, которая на этот раз впервые попробует преодолеть полумарафонскую дистанцию. Если раньше я всегда принимала участие в различных забегах на дистанциях 7-10 километров, то в этом году я поняла, что все-таки у меня есть мечта пробежать полный марафон 42 километра, и нужно к этой мечте как-то приближаться. И вот я решила к ней начать двигаться через полумарафон, и в этом году я зарегистрировалась на 21 километр. Для участников и гостей Омска Сибирский международный марафон совместно с Минкультом разработали развлекательную программу. В том числе создали туристскую карту с пешеходными маршрутами специально для приезжих участников.